вообще понты остались. Чего не добили? Ну, вайпнулись, ничего не добили. Ты двоих убили коней и все. Танки падали. Пошли все. Все пошли. Я виноват, я всех повел. Иди за мной пошли. Да, было-то нормально на самом деле. Хилл стоял рядом просто. Короче, блядь, не на 50 метров он отошел, он стоял близко туда. Поэтому его сбил. Тут, видимо, на всех играет такой момент, что остается там 4-5% у звезды, и все хотят ее добить. Ловит 3-4 стака. Только вдвоем мы убежали в печеньку на третьем стаке со звезды.
5 не шел ты. Просто танков не успеешь прохилить. Протоз вылетал. Что фрезы лютые были, когда добивали звезду. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ребята, кому дать еды на хосту, на силу атаки, говорите, я вам дам еды. Надо чуть больше ДПС, нам не хватает 5% добить звезду. Мы Картаза добиваем тогда на 3-4 стака звезду. Да, это понятно.
Друзей.
Уходите и делитесь ничтожества! Прочитайте это заклинание. Твоя жизнь принадлежит мне! У меня нет выбора. Я должен разобраться. Еще не готово. Нет выбора. Я должен повиноваться. Трепещите перед мощью ради! Кто следующий принадлежит мне? Чё, блядь, нас никто не хейдит. У меня нет выбора. Трепещите, я должен повиноваться. Перед мощью ради! Воля господина исполнена! Твоя жизнь принадлежит мне! И даже смерть не даст. У меня нет выбора. Исполнена. Твоя жизнь принадлежит мне. Прости меня. И даже смерть не даст тебе покоя. Днем просто скидывали стаки, а хила рядом нет. Нас застакало. Значит, так совпадает, то что когда стаки спадают, второй раз уже такое, ну, получаем, да, потому что это совпадает, конечно. Возле какого имени? Кто-то умер. Вот на втором, четвертом я видел, что кто-то был. Да.
А, давайте спокойно ругаться, смысла нет, дело не поможет. Ребят, если у вас так не получается, может, в Дискорде будете это обсуждать? Сменились или что-то? Скажите друг другу хотя бы. Интересно, кто лежит. Понятно. Турбоёжик, у тебя есть Дискорд, микрофон? Ну, он вроде писал, что ему надо срочно отойти.
Прекратите и деритесь, ничтожество! Это заклинание. Твоя жизнь принадлежит мне. Твоя жизнь принадлежит мне. Принадлежит мне. Твоя жизнь принадлежит мне. Тоже. Я устал от этих игр. Еще немного, и я отправлю ваши души во мрак забвения. А это 200-я, да, шмотка?
ребята, надо зайти на минутку, извините.